Нюша приучает своего котенка к туалету. Только не здесь, только не в этой комнате. Для Ивана Ярамишина секрет успешного юмора в нестандартном мышлении. Выступление на осеннем кубке – его вторая серьезная игра в КВН. Каждый выход на сцену для студента аэрокоса – как полет в космос. Мне очень нравится, я такой набираю сил, такой дышу полной грудью, очень бодрит это и радует. КВН – это интересная штука. Очень приятно выходить на сцену, очень нравится. Пока одни команды сражаются за главный приз вечера – осенний кубок КВН, другие выступают вне конкурса и смешат гостей не победы ради, а удовольствия для. Порадовать самарских зрителей приехала даже команда «Кефир» из города Нягань. У ребят сбылась главная мечта любого КВНщика – сыграть в высшей лиге. Что нам помогло? Где-то удача, где-то, может, какая-то харизма помогла, не знаю. Но так, скорее, счастливый случай и работа. Это Марат. Марат – очень известный поп-певец и поп-танцор. А почему не поп-актер? Потому что поп-актер – это Иван Охлобыстин. А это Марат. Этот год стал для осеннего кубка юбилейным. За ценный для КВНщиков приз команды сразились в пятый раз. Представители жюри отметили великолепное чувство юмора участников и раскрыли секрет хорошей шутки. Хорошая шутка – это шутка, которая понравилась большему количеству зрителей, независимо от возраста, направленности его, сферы деятельности и прочее. Если шутка понравилась любому человеку, она хорошая. Таких шуток на этот раз было в избытке. Отличную игру и искрометный юмор КВНщиков оценил глава Самары Дмитрий Азаров. Так было в зале жарко, жарко от ваших шуток, от улыбок зрителей. И, по-моему, юбилейный пятый кубок удался. Спасибо вам за это, я вас поздравляю. В этом году Кубок Мэра взяла команда КВН «Несборная» из Самарского технического университета. Кроме главного приза, глава города вручил ребятам миниатюрную копию памятника Григорию Засекину. Алина Чемерис, Максим Гусев, Артем Сулайманов. События.